Привет, 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 парни, привет. Привет, Николаша, привет, Оникс. Они-чан. Привет. Так, для начала надо сделать деку. А прям... Прям, да. Надо поиграть, короче говоря. UR. Смотреть, что эта дека может, что не может. И Балтикой. Поискать варианты, как это отыгрывается сейчас, как это развивается, как это себя чувствует. Вот. Пока подтягиваются зрители, собираю деку. Привет, советский. Для начала собираю что-то похожее на стандарт, потом разберемся. Дать надо взять арту. Валькирия я уже тестировал, сейчас посмотрим, что такое Родер. Так, давайте по стандарту. Значит, лычкованные. Начнем с баффелов. Не с баффелов. Так, по-моему, они на баффле и ехали у меня, да? Нет, кейкари. 15. Дальше инфликты на баффеле. 10. Дать лычкануть надо. Бойцов. Так, потом парабат. Парабат на кашпи, дабы я их мог различать. Бургермаги на кейкаре получается. И у меня не влезли. У меня не влезли ратели. И у меня не влезли ратели. А как я могу сюда впендюрить? Мне вот нужен шестой слот под ратели. Парабат убирать. Минус транспорт, машину, чё, транспортных ратерей.
завтра выходит Warhammer 3. Надо делать последний стрим перед тем, как я уйду в камеру. Там еще новое объявление вышло. Кровавые горы. Что за обновление, Илюха? Что за обновление? А Варно опять? А вся лента только видосами Олега забита. Новостей ничего нет по Варгей. Какое обновление? Бля, о чем ты? Так, фикст. Редкий краш, который случался. Кто там компьютер визибилити. Минимальный хотфикс был. Обнову нити. В смысле, потом я пойду проходить ваху. Я уже себе поставил даже. Постримить, понятное дело, ничего не получится. Там 2020 года не пойдет на компьютере. 6 года. Вместе с ОБС-кой. О, вот. Баха 3, главное событие года. Принялся пересматривать стрим по Warcraft, она плашка на все ресурсы стоит, все ресурсы закрывает, сколько там минералов, сколько газа, нихрена. Ладно. Вот в этой карте я могу, в принципе, закрыть Индию Лиму и никого не пустить. В обороне я продержусь надежно. Мне очень сложно с бителями, поскольку есть уикаты. А, я их не взял. Значит, нету руикатов. Драликонов, в смысле. Ладно. Когда ничего не получится, получается. Так. Кэшем. Прям кэш. Ставлю на килла.
Что еще я могу взять? Два истребителя. А я возьму Руевалк. О. Старта. Больше золота. Золото, у золота сейчас капитан хороший. Дорого продать. Да, вот сейчас там вниз. Одно из самых полезных вложений. Или может лучше называть тебя Алмаз Антей? Мол, я не знаю. Помните, может, такой девиз был? Yes, we can! На каких-то выборах. Американцев. По-моему, это Обама вот таким. Что значит? Чуть не пали. Тихо, что? Не нравится мне этот. Да, какие-то лаги идут. Время в два раза дольше длится. Кстати, мы будем 80. Ой, вот из-за этого чувака с 9, наверное, с 9. Хотите прохладную историю? Встал я, значит, сегодня утром. Залез на холодильник, чтобы повеситься. Смотрю, там пыльно. Пришлось пыль вытереть. Памяти навсегда сохрани. Да, 40. Крашла, значит. Багов. Да. Знатные багоюзеры. Насколько я понял, специально. Это не точно. Лоха. Ху-х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 у
У меня, к сожалению, развертывание не подходит для того, туда заезжать. Я тут чуваки уже явно не при... Там нет ПВО, чуть поактивнее, чуть понаглее действую. И мясом. Инфликты, понятное дело, там ничего не могут добиться. Потому что это инфликты. Оставляю их здесь. Армию отправляю вперед. Нельзя, типа, таиваться после такого налета. Рискового. Дашка. Что сюда всю армию? Баффало назад. Нужно подвигаться вперед F-ом. И поработать. Тут под файдером. Кашемки, тут нормально, здесь никто не воевал на хотеле изначально. Так что у нас все в порядке. Привет, Бустар, что нового? Да все по-старому так-то. Подумать. По-старому. Война, она ж война никогда не меняется. Танк под стим. Так, что? О, что? Кто не зашел? Серьезно, высопилась, не смогли его убить. Скорее всего, здесь спрятано. А если здесь, самое время испытать ровера. Там ПВО погибло под равином. Подоглее действовать. Читами. Читер, короче. Привет, что думаешь про игру коммуниста и крота? Ну, по-моему, Каминский там в ролике. В канале крота я все сказал.
мы по этому поводу. Отца. Ладно, поехали занимать эхо. Чувак, как это принято сейчас, сейчас модно говорить, не здесь, и не воюет. У них уже преимущество. Один вышел, осталось два. Значит, в два раза больше денег. Меня сейчас будут вышибать отсюда. Точно. А я тем временем испытаю роверы. Сколько они плотно кладут. Прямо так вот. Давай, спецназ, побеждай! Так, есть пара бургеров. Бургером сразу же допускаю ратали. Бесценные. Просто зовут. Конфликты. Здесь да, обороняются. Чем-то у меня чувак играет, я вообще не... Ладно. Для того, чтобы забрать отель, поставить там кэшемку, он выставляет юнитов туда, где нету гарантированной войны. Зачем? Да. И найтхавковые ГБУ вообще ни о чем. Абсолютно. Не так уж много поинтов, но патриот он здесь должен. И в жопе мира. Грейбир, привет! Привет, давно тебя не видел, Грейбир. Да, Бустард жив, но у него на самом деле душа мертва, поэтому... Там со всех сторон едут ПТРД. ПТРД я буду смотреть. ПС. Приката очень дорого. Эти ланды. Ратали, есть роверы. Еще, допустим, ратали и роверов. Ja,
Офигеть. Офигеть, он там тащит мясо. Хугеров. И, наверное, возьму миномет. Star Dead Inside, а чё, звучит? Не просто Dead, а Dead Inside. Ну это жесть. Первый ровер говно. Щень плотности. Взять под себя. Делать под себя, чтобы был профит. Под себя делать не хочется. Тот взял, понял. Это нужно пасгран. А не обыкновенно. Мне неприятно осознавать, что меня здесь разъебывает сраный робот. Робот это, ну типа, даже не оружие. Уса. Меня тут расшатывает. Ритм. Подожди, а почему Элант не разъедывать? Элант разведки. Нет маркера. Чекаем. И брать лаги. Это трудно поверить, но нужно признаться, пара Pathfinder сделали больше, чем спецназ. Они, по крайней мере, постанили под... Еще один логим. Когда стрим по лучшей стратегии 2026 года? Ну смотри, Камброна. Лучшая стратегия 2006 года была отстримлена спустя 15 лет. Лучшая стратегия 2014 года стримлена спустя 7 лет. Чувствуешь логику? Там прогрессия. И въехал. Слушай, Грот, а у всех без откаток 10 патронов? Этот QR такие особенные.
В другом времени? Почему? Мы же уже. Пишем. In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger and emotion, rub it on my lotion. I can feel it soaking, I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath held. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath held. Cause I can't move on till I let go. Честно, я не впечатлен. Парень-то привозит кучу какого-то говна, ставит в одну точку, и я его не могу убить. Нет, сегодня будем. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. О господи, музыка опять гром. Что вы с ней делаете? Кажется, меня крот подставил. Перезахожу. Привет, смотрел твои гайды. Наверное, мне должно быть стыдно. Мои гайды еще. Так, не, крот, ну давай ты уже что-нибудь там фикси. Ого. А, то есть я говорю, что я за красных мы не играем, ты зовешь меня красным. Ладно, я тебя понял, крот. Я тебя понял. Вот, мы сегодня не играем за синих, вот. Сегодня никаких синих крот. Только красные. Вот.
Ну, реверсивная психология. Все наоборот. Так, 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 так. Парабат, парабат, парабат. Не забыть, забыть, поменять парабат. И эти мужики вот даром не сутки. Полезные. Давайте парня. Почему, ладно, 90-й без маркера икона? Он иконистый. Средний давай, Каминский, приятного. Стартовый набор 2000 поинтов. Там внизу два танкиста. Два танкиста купят два танка 2000 поинтов. Не придет на войну вообще в принципе. Беспалевная выкрутка. Характеристик. Беда. Крот, между прочим, взял ник Юмба Скаля Битая. А между прочим, вот для меня, как для жителя Сибири, все, кто западнее Урала, все москали. В том числе и Крот Москаль. Вопрос, как не стирать самолеты? Сергей Березнюк. Два варианта на выбор, вот любой. Первый вариант, никак. Второй, не покупать самолеты. Если ты не умеешь контролировать самолет, ты будешь их терять. Всегда.
просто берешь и используешь их, учишься. Либо ты можешь отказаться от них вообще, чтобы не тратить поинты и воевать только по земле. Ты берешь деку, составляешь как обычно, но не покупаешь самолеты. Вот и все. Здесь, допустим, 300, здесь 200, 500, 600, 500, и больше 1000 поинтов у тебя будет не в воздух, а в землю. Это вот ты передавливаешь. Входит, выходит. Лировиум входит, выходит. Смотрел твои гайды, так и научился играть. Крот не смотрел гайды, поэтому крот и тащит. Привет, Илин. Как сам, как жена, дети. Вы что, сговоритесь или что? Вы все синие-то почему-то резко. Обращайся, Сергей Березнюк. Обращайся. Дохода нет. Extraction без дохода. Ну давайте попробуем. Куда ты говоришь? Понятно, понятно. А летом женишься? Во дворе там гости пригласишь? Гости пригласишь? На свадьбе. Я не знаю насчет кэшем. Если нет инкама, по идее кэшем мне, ну, вроде бы... На самом деле без инкама вполне могу проиграть кому угодно. Время без инкама подразумевает роль, которым я древнюю технику микроконтроля, вернее, которой я не владею абсолютно.
не знаю, что будет делать Крот, но поставил маркер на арест. Ну, я тогда отправлю парней вверх, под строк. Вдруг чего? Латенс сохраню. Тут танки вытаскивать не буду, а там может ПВО понадобится. Еще что или снижение. Вот я тоже, пожалуй, оставляю лодку. Так, это сюда, это сюда. Так, Мигри здесь. Не спешим абсолютно никуда. Минкам все-таки есть, получается, да? Не капает. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name, I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. А чё, парни серьезно, что ли, не поехали на войну? Вперед тогда. Похоже, ой, те самые черти, которые дефают рез. Понял. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic. Сейчас мы их по воздуху выдрочим тогда, раз они так поступают. Очень некрасиво. Я в плюсе. Мне нормально, я абсолютно в плюсе. Кто это еще баффалы? Все парни думали, что они умные. Логика довольно простая, примитивная. Если я не приеду на войну, значит, меня не победят. Мы же ведь тоже можем к ним приехать. Нет смысла работать по танкам, кстати говоря. Читами Т2.
А вот поинт убивать шенки, машинки, пехоту, это там и рано. Там, если что, крот работает спокойно. Ждем, когда крот уберет танки. У него найткаф есть. Проблем с этим возникнуть не должно абсолютно. Инкактус назад, руикаты. Кстати, можно перекинуть в центр спокойно. Ну и все, 40 минут сидим тупим. А че? А че нет? Глупый спецназ ВМФ. Еще денег хватает на тунгуске. Представляете? На тунгуске. Пиздец. Издеваетесь или что? Давай сбей мне еще второй. Да, 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 давай, давай, давай. Сбивай, все сбивай. Проблема, что ли? Вот какая-то хрень поехала. Кто у меня в этих гитарах? Баты. Пускай будут барабаты. Коварный какой враг, а? Какой коварный.
Баррикады не плавают, ладно, поехали. Все уже в панике, морпехи, к тому же у них все равно гранатомеры. Так, тут еще какая-то хрень была, я ее так и не убил. Распробуем. Кактус? Луэтка еще. Так, одного они все равно убили. Я не понял, что там было, ведь какие-то БТР 190-е, не меньше. Я очень много потерял в этой атаке. Но мы все равно в плюсе. Две роверы погибли. Мы все равно в плюсе. Надо заправить, кстати говоря, этот Абрамс. Абрамс Гебрамс. Еще один кактус привезти, резервный. Вот ввязываться в такие режимы на неограниченное время, у них, дело в том, что у них, сейчас, они могут сидеть бесконечно. В своей жопе они могут сидеть бесконечно. Им не надо никуда атаковать, они могут сидеть бесконечно. Здесь без времени режим, так что они могут сидеть до последнего. Главное не потерять своих пацанов, и 17-й ничего не сделают с танками, а вот моих парней не могут катать по одну калитку спокойно. Хорошо, это выключаем, чтобы потом покормить еще один кактус. Все нормально. 2000 поинтов старт на человека, у них еще 900 плюс 230. Косарь стал. Так,
Что за Африку взялся, и пофиксили? Нет, ее не пофиксили, но хочется понять, что с ней можно сделать. Нафига она вообще нужна такая? Складывается, потому что полное впечатление, что эта ДК, она ни для чего не нужна. Что она ничего не делает. Restraints, money, clout, and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic. Так, тут открываем, заряжаем. Да, их еще очень много, очень много. Возможно, стоило не съедать самому, оставить, возможно, стоило... на починку Абрамса. Я уже не думал, что нам понадобится на такой дистанции прям именно Абрамс. Попытаемся зайти с этой стороны тогда. И 26-й, конечно, захватить хочется. Хорошо, отработали. Победа 26. Отлично. Серьезно, упал самолет наш? Офигеть, не так, ну давайте смотреть. Дай... попытаюсь угадать. 90 на 90. Нет, на 80%. Черт. Всего 60. Точно такое делают 90% кейки. Наверное. Лучшее, что с ней можно сделать, это удалить. Да. Да. Ну, мы ищем, значит, не лучшее, а что на втором месте. Да, я тут, это, ну,
Ну что ж, не вы чё, угораете или чё? Все синие. Правильно? Единственная мотодека, которая не может работать в городе. Парчик. Наверное, сделаю кшемки, сделаю деф. Наверное. Поеду, значит, пропускаю в городе там. Муха на всех. Посмотрим. Мех ОВД. Ну как-нибудь, может, в другой раз ринг. Сегодня ЮАР, завтра Вархаммер, потом после Вархаммер Балтика, будем придумывать с Балтикой. Ладно, сиви сюда. И сивилось. Так, дальше. Ветка. Бафалы. Другое направление. САС. Парабат. Открытый рекон. Гридки там я, конечно же, не привезу, но я не собираюсь заходить в эти города. Облет. Точка обязательно. Есть еще рекончик. Да. Детка. И что я боюсь? Лететь могут. Я хотел пазеркашник. Пазеркашника-то у меня нету. Шоу. Обходная старная группировка. А, САС плюс кактус. Разведчик. Вот эти парни прям очень понравились. Вот рубят прекрасно. К сожалению, не везде заходят. Она неадекватная. То есть за 35 мы получаем фармозу. Элитные парни уже не смотрят тех рубов. А тут за 35. Очень странно. Их больше. Фармозы 4, здесь 7 пацанов. Но 35 это абсолютно неадекватные. Максимум 30, а лучше 25. Но из-за них, кстати, идет прям дорого развернут. И плата. Пять поинтов. Чего 5? 10. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time. Привет, тоже привет, Фюр. Вот тихонечку засыпаем под стрим Бустарда. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb from the thirst. We will rise. I'm immersed in this life. Давай, Рильник, спокойной ночи. Тоже спать, на самом деле, пошел бы. Somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.
Так, началось. Да. Да. Да, вон они полетели сразу же, вообще не отходя от кассы. Видно. Возвращаю кактус. Возвращаю кактус, возвращаю транспорт. Там еще какие-то вертолеты летели сюда. Обязательно почекать и, возможно, выставить ТПНС прямо здесь. Еще одна луетка. Забаним наконец-то позиции. Поставлю еще кэшем на эхо, у нас будет плюс по очкам. Вот они, эти парни. Не знаю, чем их поконтрить. Не знаю как. Можно, в принципе, дать им высадиться. И уже возле стрелки с ними. Я знаю, что они здесь. У меня будет преимущество по доходу. Я смогу с ней поговорить на равных. Защищаем стрелку, тут транспортом уезжаем к фобу, чтобы простреливать перебежки к девишке, и потом я еще вытащу туда пацанов. Ловить их будет долго, ловить их будет сложно, но ловить их надо. Не понял, кто стрелял, не понял, кто здесь убил. Все, шеем приехала, шеем приехала. Еще пара батов, да.
назад, от файндеров чуть ближе. Чего они не отстрелялись? Так, хорошо. Здесь крота поддавливают, тут до сих пор не увидел, чтобы кто-то выходил ко мне. Да, объекту. Он там справится, если что. Даже не переживайте. За счет. А я делаю свою работу. Напоминаю, что Фоб стоит здесь. Привет, Александр Адамин, когда будет StarCraft? Смотрим. Зависит это по большей части не от меня, а от вас. По факту. Вот. Поехали. Вижу смысл сейчас вытаскивать бургеров в город. Раз не бургеров, значит кого-то другого. Кого? Акробат. Кончился акробат, плохо. Сейчас назад. Да, это сюда. Баффало бы сюда притащить, чтобы не позволять простреливать въезду, если получится. Да, есть руйкат. Есть руйкат, а здесь был куб. Я могу его сейчас срубить. Кстати, говоря. Там у них денег нет вообще. Чё, боятся. Готавливаю КШМ на Фокстрот. У меня едет полный стек арабатов. Они здесь сметут, собственно, все. Рот его уже разуплотнил. Мне останется только добить. Искать это говно практически нереально в плане затрат времени и сил. Барабаты должны справиться, с чего вроде как должны. Это все-таки штурмовики. Гордое слово штурмовик. Поехали, проезжаем здесь, начинаем атаку с другой стороны. Если кашпиры переедут, будут драться тут. Опа, полетели. Давай, дружище, я готов. ФДЖБ, все-таки это ФДЖБ, ФДЖБ не противник для Баффало. Все, здесь разобрались. Идем дальше. Рикат. Вперед. Тут я где-то вызывал еще одного Стефа, куда он едет.
кашаем. Не страшно, ни командоси, ни лейтшуцены для кашпиров. Да, это всего лишь навсего. Автопушки. Даже не автопушки, а просто пулемет обычный. Но это... Там-то гранатомета вообще нет. Тот добьет кэшем, я еду просто дальше. Еду дальше. Я не знаю, что мне сейчас надо взять-то. Мне сейчас надо взять истребитель, мне надо взять кучу ПВО. Пехоты, желательно, на ту сторону реки. Мне все и сразу надо. Так. Вот, пожалуйста, летит Альбатрос, его сбить. А это все минус темп. Темп. Хорошо, давайте. Полетаю, посвечу, может, найду там сивишку. Можно звертораж сделать. Нужен вертораж. Сейчас крот гоняет там пятипоинтерами какими-то вонючими. Мешает им, не дает спокойно жить. А я тем временем коплю деньги, готовлю. Все. Решено. ДХС это что? ДХС с ПЗРК ракетой. Да, вертораж обламывается, придется... Кашем вот здесь. Еще один САСЭФ вместо ПО. Ну и возвращаюсь к своей первоначальной идее. Подожди, это не горело, это остров. Это остров. Это не огонь. Вот кроту легко, он взял, потратил 40 поинтов, купил армию. А я... Я 40 поинтов и только на транспорт уйду. Sure.
СФ делает слон. Хорошо, с СФ работают, прям классные парни. Это вам не САС, это вам не ФДЖБ, это настоящие ребята. Гейфиш, гейфиш. Если так, а чем я буду танковать? Танковать я буду алуетками. Тут две штуки уже есть, еще одну будет три. Так, это все пускай стоит на базе. Пока еще не исключен. Он только так. Нельзя не покупать ПВО. Ну что, мы готовы, мы готовы, мы готовы. Да. Нет. Да, мы готовы. Полетели. Исчезли все мои инфликты. Лучшая пехота 2000 минус 2012 года. Охеренно, сокрушительная атака. Сокрушительнейшая. Даже хоп захочет. Я смогу, да, я смогу захватить. Хоп. Аккуратненько. Если меня грот не убьет. Героическая победа. Героическая. Довольно удобно в такой ситуации работать, когда у вас с тобой есть чел, который делает всю работу. Так, парни, надо отойти на пару-тройку минут, буквально на пару-тройку минут. Скоро вернусь.
Так, я вернулся. Всем привет снова. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. Ну что, все? Все, что ли? Игры кончились? Где все-то? Парни, где все? Понятно. Вроде бы ошибки нет. Кик 28%. Потом может кикну. Посмотрим, что за команда. Поехали. А я думал, сейчас парни мне так накидают. Так накидают. Они такие, нет. ССО за СВУ, понятно. Statement, there is no replacement, a body by say, and a bad little waste, and we
tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Get us out of clothing as she whiz up on a tight frame. All game, no shame, baby, game, get a play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Сейчас вы увидите то, что никогда не видели ранее. Бустард будет въезжать под дымами. Три. Три. Дырка. О. Так, дальше. Кактус, кактус. Обязательно танки. Да, обязательно танки. 50 поинтов, ничего не купить. Поинтов вообще ничего не купит. Вот вам, пожалуйста, его. Бэкаша АМ забил. Так. Один кактус должен поехать вместе с пехотой. И еще раз вверх. На случай, если меня накроют. План следующий. Ехать всей ордой в дома. Тут дымится. Ехать всей ордой в дома. Занять дома. Пока он разбирается с баффалами, я воюю танками. Абсолютно, абсолютно ни о чем. 6 пехотинцев, 2 танка. Механ берет 26 пехотинцев и 15 танков. Ладно. Господи. Модерну я не убью, вообще без шансов. Поэтому сначала снимаем транс. Логину вперед. Да и походу мы проиграли. Да, так, майди. Я все-таки поставил ТШМ. Так, так.
был там посещен. Пиздец! Чемодан говна ебаный. Как хереть не встать? Еще лагимы. Лагимов счастья нет. Лагимов я как раз и не куплю, да? Одна вилка забрала два лагима. Охуеть. Off
at these fucking clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Thank you.
Да, тяжело, конечно, тяжело. Ибо от своего отбиться бы, а тут еще и сбоку. Еще и сбоку челики заходят. Сути ничем. А по сути ничем, все, меня пробили по центру. Это бесполезно. Это, конечно, можно. Прохладная история, прохладная. Успел отстрелиться. Сейчас вертушку купил. И у меня кончились нормальные пацаны. ВДВшник у меня. Плохо. На миду я не знаю, что парни делали. Нету юнитов. И с мида заходит парень. Я не уверен, что я смог бы один перетолкать того чувака. Но тем не менее. Парни слили. Yeah, хорошо, хорошо. Вот этот против меня играл, он даже в минус умудрился выйти. Лаша пришел на помощь. Посмотрим, есть там еще игры, нету. Если нет, то я уже по. И что. План, тот, который всегда плавает.
Да, пожалуй, пойду все-таки спать. Нет игр, которые можно быстро запустить, представить, где-то меня кинуть. Ладно. Всем, кто пришел, спасибо. Все свободны. Не забывайте, слава сатане.